Доброе утро. С вами юрист Николай Попов. Помните, что ваше право можно защитить. Добрый день, у меня следующий вопрос. В свое время я взяла ипотеку, платила исправно, но кризис сказался и на мне. Пошли просрочки платежей, но потом все наладилось и я начала платить. Однако банк обратился в суд с исковым требованием о досрочном взыскании кредита и обращением взыскания на мою квартиру. Скажите, может ли банк отобрать мою квартиру по суду? Кредиторы часто оказывают давление на должников, обращаясь в суд, подавая необоснованные законом исковые требования. Следует знать, что законодатель установил ограничения для недопущения злоупотреблений со стороны ипотечных кредиторов. В частности, законом об ипотеке установлено, что кредитор имеет право обратиться в суд для взыскания задолженности и обращения взыскания на предмет залога при соблюдении нескольких условий, а именно наличие задолженности у заемщика не менее 5% от невозвращенного кредита и просрочки свыше 90 дней. Оба условия должны быть соблюдены. Например, если задолженность составляет 3 миллиона рублей, то размер просрочки не может быть меньше 150 тысяч рублей. И эта задолженность должна формироваться на протяжении 3 месяцев подряд. Если банк обратился в суд с требованием забрать предмет залога, то есть квартиру, но требования закона не соблюдены по сроку просрочки и размеру задолженности, то суд однозначно должен отказать банку. Задавайте ваши вопросы по телефону, который видите на экране, с 10 утра до 7 вечера. Также вы можете посмотреть этот и другие мои ответы еще раз на сайте 1obl.ru. И хорошего вам дня!